Смотрите, вот вы с какой улицы участка? 5-я, 70-я. На 71-й даче, так сказать, хозяев нет. Вот открываем, вот. Магнитик напротив 71-го счетчика. Не озевый. Наверное. Пройдите, пожалуйста, посмотрите. Что, снимают? Ну, не важно, потом увидите, здесь прям видно. Что, снимают? Как он действует на... Да, какой там показание счетчиков? 14162. 14162 киловатт на данный момент. Какая дача? Моя. Ваша 70-я. Ну, газом вы пользуетесь. Напротив вашего счетчика, который вы пользуетесь, дачи, стоит ваша магнит. Дача какая? 70-я. Я знать не знала. Ну вы гости были, как вы можете знать. Давай, Александр Васильевич, снимай. Вот, Александр Васильевич снимает. Ох, ничего себе, крепкий какой. Это бумажка какая-то держит. Магнит, который... Который может на электросчетчик влиять. Мы сейчас так составим, подпишите, что вы видели. То, что мотает за электричество, да. Вот, все это убирается. Ничего не мотает. Он называется в растворе, электроэнергии по-другому. Вмешательство в работу, да.